Ребята, вот я только что с рыбалки вернулся и наблюдаю вот такую картинку, ребята. Ну, они тут, естественно. Блин, мозгов нету, на снег прям ходят, мокрые такие. А вот смотрите, которые постарше, они не мокнут, вот так вот. Смотрите, вот как он. Смотрите, что с ним случилось. Вот, ребята, это уже другой. Это уже другой. Ну, скорее всего, до Нового года не доживет. Он уже так корявится. Короче, щелкунчик герой, щелкунчик супер. Вот такие пироги, вот, ребята. Он вот так вот. Сейчас уже капельницу поздно ему ставить, естественно. Вот такие пироги вот. Вот смотрите, как он кривляется. Но почему-то в день по одной выходят и вот так начинают кривляться. Вот так вот. Сейчас уже и до воды, и до снега. Видите, да, близко и снег, и все, но все равно. Короче, щелкунчик рулит, ребята. Вот пришел только что, вот заметил. Ну, дышит все. Блин, извиняюсь за такие кадры, вот. За такие. Ну, тяжелые кадры, по-моему, все равно. Вот так вот. Вот так вот. Такие пироги. Пойду сейчас. Ой, пойду сейчас, блин, видос грузить. На рыбалке вот. Я еще покажу вам зимние яйца, ребята. Очень легко и быстро приготовляются. Вот такие пироги, ребята. Вот почему я люблю их держать, этих кур. Вот такие пироги вот. Вот я, естественно, еще рюкзак себе не снимал, блин, устал, короче, ничего не поймали, зато вы видос посмотрите. И Гоги уже на месте. Гоги уже на месте, Гоги бить. Гоги Шенген начали, Гоги. Зато у него там сухо, ребята, вот. Сухо и опилки, и все вместе, короче, там у него. Ну, бабы не хватает. Ну, что делать? Вот такие пироги вот. Ну что, он уже все, что ли? Нет, все дышит. Короче, все, ребята, вот такие пироги. Вот. Вот так вот. Пока-пока.